Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Здравствуйте. В эфире программа «Содержание». И у меня ее ведущего Александра Лепницкого. Сегодня в гостях Глеб Самойлов. Здравствуй, Глеб. Здравствуй, Александр. Обращение к моему визави у меня не сразу сложилось. Ну, с одной стороны, Глеб мой коллега по инструменту, бас-гитарист в группе «Агата Кристи». Но, с другой стороны, биография моего сегодняшнего гостя, музыкальная биография, для меня столь непривычна, и песни его двух, уже, можно сказать, знаменитой группы «Агаты Кристи», в которых он играл, может быть, и не с самого начала, но неразрывно своей музыкальной биографии связан с этим знаменитым коллективом, из группы «Матрикс», которая существует. Глеб, сколько уже лет? А группа «Матрикс» где-то около полутора лет существует. Всего совсем молодая. Да, совсем. Но уже для меня хорошо известная, и при этом музыка, на мой взгляд, твоей группы столь драматична и необычна, что, в общем, в эфире «Феном-ФМ» ты, пожалуй, один из самых, так скажем, музыкально-радикальных гостей. И я хотел бы начать сразу с какой-нибудь песни с первого альбома «Матрикс», второго мы ждем и будем об этом говорить. Первый альбом группы «Матрикс» называется «Прекрасная жестока». И, конечно, сразу возникают образы и клипов Агаты Кристи, и многих песен, которые как бы так вот натуральный такой наш русский рок-декаданс. И «Прекрасная жестока» тоже как-то ментально связана с этой темой. Что ты на это скажешь? Ну, мне не вычеркнуть свою жизнь, точнее, из своей жизни годы, прожитые в «Агате Кристи», песни, написанные для группы «Агата Кристи». Разумеется, это то, что как я формировался, так и развивались и песни мои. Вот. В какой-то мере, наверное, «The Matrix» в любом случае это наследник того, что я делал и в «Агате Кристи», но тоже все время это совершенно другое, новое, как бы на другом уровне внутренней свободы, скажем так, сделанный альбом, и сделанная, и так, созданная группа. Вот. И музыкально, то есть, понимаешь, она тоже, да, радикально достаточно отличается от группы «Агаты Кристи». Чем? Чем? Она жестче, она, не знаю, отвечает моему злобному настроению на данный момент. Ну, возьмем песню, которую мы решили стартовать, да, с первого альбома группы «The Matrikz», да, «Любовью». Хоть и прекрасная жестока, но любовь присутствует почти, сама тема почти во всех твоих песнях. Ну, да, тут в особо кровавых, не знаю, как правильно сказать. Проявлениях. Проявлениях, да, проявлениях. «Любовью». Глеб Самойлов и «Матрикс». Комната залита кровью. Я занимаюсь любовью. Любовь.
залиты кровью. Я занимаюсь любовью. Содержание. Русский рок в лицах. Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И мы с моим гостем Глебом Самойловым слушаем первый альбом его группы Matrix и пытаемся найти, для меня, наверное, самое главное, как для журналиста, найти какую-то ноту, какую-то интонацию, которая бы определяла сегодня, так скажем, душевный настрой и моего гостя, и этих песен. И слушая вчера и сегодня подряд эти там 24 песни с вашего первого альбома, я, конечно, оказался сильно загружен, но при этом это ваша главная вот эта какая-то нота, пронизывающая слова и интонации с тем, как ты поешь свои песни, она очень сопрягается с нашими новостями, которые отовсюду на нас, собственно, лезут эти новости, эти драматичные новости из всех стран. И при этом ты говоришь, что ты радио не слушаешь. Как ты получаешь информацию? На крайний случай я смотрю Евроньюз или звоню Барзыкину и разговариваю с ним пару часов. Ну вот и ответ. Если вы помните, год назад у меня в гостях был лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин, и это был единственный случай, когда музыкальный редактор нашего радио, в общем, думал неделю выпускать ли программу в эфир. Но при этом, с точки зрения политики, ты с ним совершенно как бы идешь разными путями. У тебя таких чисто политических аллюзий и наездов на власть, в отличие от Миши, собственно, в первом альбоме «Matrix» практически нет. Ну да, не считая того, что вокруг Садового кольца фонарь на каждого козла, то, наверное, нет. Я думаю, что интерпретация слов поэта – это дело такое неблагодарное. Ну, это дело соответствующих органов. Да, но при этом, наверное, те же самые слова взяли бы гимном ребята, которые пришли там год назад на Манежку и все разгромили. Ну да, у меня как бы конкретного обращения к тому, кто что и так далее. Я как бы объясняю, мне всегда, не знаю, где-то летом с 28-29, когда я стал испытывать жесткое неприятие этого мира, я его раньше испытывал, но потом оно у меня вылилось как бы уже в определенные идеологические формы, в принципе. Я стал искать вот другую реальность, так же, как раньше искал в детстве, там, читая Гофмана, например, стал искать в том числе и в идеологиях, и в политике. Вот. Оттуда у меня знакомство с разными людьми, как с людьми там, национал-патриотических взглядов, так называемых, так и с анархистами, и с нацболами, и, в общем, с разными абсолютно. То есть, да, то есть тот же Барзык, там человек, я так понимаю, который сейчас выходит на площадь вместе с либеральными деятелями. Да, ну, собственно, это марши несогласных. Да, да, поэтому я ищу... Для меня важно то, что у людей горят глаза от идеи, и не важно, а не от денег, с которыми они могут заработать. Поэтому я вот людях, которые вот заражены идеей, которые пламенно ей горят, я ищу какую-то правду в каждой из них причем. Понятно. Ну, то есть, я так понимаю, что осенью 1917 года ты, наверное, был бы с большевиками, да, в силу просто своего характера. А потом бы против, в силу своего характера. А потом бы против. Ну, давай поставим песню «Жить всегда». Собственно, она определяет, название, во всяком случае, определяет сжато то, о чем мы говорим. То есть, жить полной грудью. «Жить всегда», «The Matrix». А что уже миг ушел? Что уже жизнь позади? Никто не вспомнит потом, что мы с тобой короли. А король, король до конца, а конец всего лишь слова. Гильотина начала сна другого. И снова, и снова.
мы будем жить всегда. На сайте ФСБ извечная весна. В холодном декабре мы будем жить всегда. Смертельные везде еще одна звезда. На сайте ФСБ мы будем стоять вдвоем. Гордо стоять одни, сиять на вершине вдвоем, вершине пищевой цепи. Герои последних дней затертые до дыр, смотреть презрительно вниз на обосравшийся мир. Мы будем жить всегда на сайте ФСБ. Извечная весна в холодном декабре. Мы будем жить всегда, смертельно и везде. Еще одна звезда на сайте ФСБ. Русский рок в лицах. Это была песня моего гостя Глеба Самойлова и группы Matrix. И если вернуться в конец 80-х, я помню, что когда моя группа играла в Свердловском рок-клубе... А я там был. На нашем концерте. Да. Вот, мы только-только познакомились с начинающей тогда группой «Чайф». Угу. И вашей группы Агаты Кристи еще, собственно, она, наверное, существовала только в проекте, да? Да, в 87-м году мы только готовились стать группой. Но уже тогда Илья Кормильцев был у вас абсолютный гуру. И если вернуться к твоим предыдущим словам о том, что ты всегда в жизни ищешь, ну, какое-то честное, радикальное и очень полноценное высказывание, то в какой-то степени, наверное, Илья был одним из твоих ориентиров по жизни в 80-е, да? Нет, не 80-е. Кстати, вот самое странное, что с Ильей мы знакомы были давно, ну как, но друзьями стали буквально за 2 года до его смерти. И именно на почве того отношения к идеологии, к, ну и так далее, ко всему, о чем я говорил. То есть мне попались в руки книги издательства «Ультракультура», и я понял, что по разбросу как бы вот этих вот разных, совершенно радикальных, но разных совершенно степени, то правых, то левых, то еще каких-то вот идей, да, в книгах, которые выпускались в «Ультракультуре», я понял, что у меня с Ильей много общего, в общем-то, и мы с ним тогда уже подружились,
И уже в последнем альбоме Агаты Кристи тогда он тоже увидел там в моих песнях как бы, то, что совпадает с его взглядами. И мне вот то же самое. То есть мысль Ильи была, что нас всех разложили по полочкам, каждому дали свое название, да, всем. И лишь бы нам, вот людям, вот, у которых есть какая-то горящая какая-то идея, в принципе, лишь бы нам вместе с ним не объединиться, иначе наступит беда какая-то. Для, не знаю уж для кого, для высшей силы или там для чего. Вот, и так, мы вот 2 года с Ильей плотно дружили. И я был свидетелем того, как на него все нападки эти были жесткие, эти, рассказывал. Не при мне лично кого, но на нашей, на моей памяти к нему врывался и ОМОН, и против него там суды были, и запрещали книги, и в результате кого закрыли входными путями издательство «Ультракультура». Сначала было, кстати, я помню очень хорошо, то есть негласное такое совершенно, как у нас по звонку это делается, или там так просто слушок пускается сверху. Например, там сначала в магазинах перестали продавать книги издательства «Ультракультура», в книжных, московских. Значит, я захожу в магазин, говорю, обычно полк стоял «Ультракультуры», да, я захожу, спрашиваю, а где у вас «Ультракультура»? Нам говорят, не было и не будет. Вот так. То есть все, как власть наша давит людей, как люди выдавили из этой страны. И поскольку рак – это болезнь обиды, да, считается, кстати, во многом, да, многие так считают. Я считаю, что, в принципе, и добила его эта власть. А ты успел с ним в Англии повидаться? К сожалению, у меня был тогда вот выбор, у меня потратить деньги, вот, чтобы посылать их там семье Ильи, или потратить на билет, там, на визу, прилететь, в конце концов. И когда за 2 дня до смерти я разговаривал с ним по телефону, я понял, что я не успею с ним попрощаться, если сейчас же все это дело не решу. Мы были в туре, я решил, да, то есть конкретно для себя, что все, то есть мы доигрываем концерт, я лечу к нему, но, к сожалению, не успел. Мне потом приснилось, правда, что я успел с ним попрощаться. Он был один из самых хороших снов в моей жизни. Ну, я предлагаю послушать песню с первого альбома «Матрикса», «Никто не выжил», собственно, в которой, мне кажется, идеи, ради которых Илья прожил свою жизнь, как-то выражены таким с настоящим рок-н-ролльным способом, потому что для меня Илья вот есть точка равенства к всему уральскому рок-н-роллу. То есть он стоит таким гуру за всем. Кто-то соответствует этому на каком-то периоде жизни, кто-то из музыкантов. Кто-то очень сильно падает вниз, но, тем не менее, мне кажется, вот такой ориентир личностный, который он задал, он продолжает существовать. И, во всяком случае, для моего гостя, мне кажется, очевидно. «Никто не выжил». «Матрикс». Наш Бог ушел в почетный отпуск. Жрецы ведут всемирный розыск, а где-то Бог другой планеты, читая нас, блюет газетой. Никто не выжил, никто не умер. По результату, по оконцовке, мы снова трусы, нам нужен идол. Никто не умер, никто не выжил. Ты хочешь быть моей навеки? Нас прокляли свои же дети.
Содержание. Русский рок в лицах. Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И только что мы слушали одну из, на мой взгляд, ключевых песен первого альбома группы «Matrix» «Прекрасно и жестоко». Глеб, тут вот есть в этой песне слова «Куда деваться пионеру?». Ну и тут, собственно, не уйти от вопроса для человека, который чуть-чуть в теме, как далеко, скажем, на сегодняшний момент вы разошлись идеологически со своим братом, потому что вот когда я совсем недавно был на озере Селигер и помогал там делать церковно-археологический музей братьев Нила Столобинского монастыря, то тут же рядом, значит, там в каких-то 500 метрах на соседнем острове я видел там палатки, огромные шатры, где, собственно, движение наше как-то свою идеологию, значит, продвигали наряду с древней восстановленной жизнью монастыря. Собственно, куда деваться пионеру? Эти слова как-то сопрягаются с тем, что наша власть пытается воспитывать сейчас молодежь вот в каком-то таком идеологическом духе? И, собственно, администрация президента тратит на это немало сил. Твое отношение к этому? Ой, ну, во-первых, то, что связано с Вадиком, сразу скажу, как бы у нас по-разному не сложилось, значит, наши отношения с властью и с, вообще, как бы мы не смотрели на, по-разному на политику, мы все равно братья, якобы, ну, Павликом Морозовым себя чувствовать не хочу. Нет, а я не про это говорил. А про то, что я... Подожди, подожди, дай я поставлю свой вопрос по-другому. Безусловно, образование и воспитание молодежи – это очень важная задача общества любого. Тут не надо лукавить. Либо оно есть, либо его нет. И, может быть, власть это делает категорически неверно, но у брата твоего такой выбор. Он считает, что это важно. Я твою точку зрения спрашиваю. Вот что делать с молодежью, чтобы она не вела себя так, как, например, год назад там на Манежной площади? Я что-то, знаешь, я глубоко не уверен, что на Манежной площади молодежь себя вела не так, как нужно было власти. Поэтому ты считаешь, это провокация? Я считаю, это провокация. Просто есть косвенные... Ну, понятно, что впрямую никого не уличишь, но косвенные признаки этого известны многим, и как бы между собой просто огромное количество людей просто склоняется к этой мысли. Но, с другой стороны, мы видим вот то, что произошло в Лондоне, где уж точно власть-то никак это дело не провоцировала, а молодые люди, не вовлеченные, скажем, войны, известно, что войны, как это ни печально, играют такую очистительную роль в истории человечества. Агрессия в любом случае накапливается и выплескивается, что тебе на Манежной площади, что-то в этом Тоттенхэме. Может быть, у тебя другая точка зрения. Тем более, в ваших-то песнях вот этой агрессии аккумулированной, ее очень много. Ты ее, безусловно, как автор, и как поэт, и как исполнитель чувствуешь. Я эту агрессию чувствую, но я чувствую еще и внутри себя. Когда после смерти Ильи мне хотелось, знаешь, пойти метать гранаты, честно говоря, было такое состояние, я начал метать слова хотя бы. Вот тогда, кстати, и началась, собственно говоря, для меня, наверное, новая моя история, потому что тогда я стал понимать, что мне необходим уже другой выход, кроме группы Агата Кристи, чтобы я мог говорить все, что я хочу сказать, все, что... То есть смерть Ильи дала мне понять, то, что пора говорить то, что ты думаешь, иначе время пройдет зря. Говорить, что ты уже думаешь полностью. Я не говорю, что в Агате я врал. Но ты вырос. Ну да. Ну что, послушаем твою песню с первого альбома Matrix завтра? Да, песня, как я говорю, посвященная русской духовной оппозиции. Оппозиции. Да, поскольку газета «Завтра» даже напечатала ее текст у себя. В честь названия, я так понимаю. Ну что ж, завтра Matrix. Я.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Глеб, скажи, пожалуйста, вот когда газета «Завтра» или там газета «Правда» печатают свои статьи, я периодически их беру, старушек там и пожилых людей, которые раздают их на улицах. У меня лично срабатывает такая генетическая память. У меня в семье много довольно было народу уничтожено, и там и за Уралом, и где угодно. А вот у вас в семье нет такого печального опыта, таких понесенных потерь семейных от радикалов, потому что мы-то жили все-таки в обществе, где радикалы взяли власть всерьез и надолго. И поэтому я тебе сейчас задаю вопрос вполне логичный. Неужели опыт нашей страны не предполагает определенную осторожность? Наверное, предполагает. Я почему говорю про... Почему газета «Завтра»? То есть мы возвращаемся к тому, что газета «Завтра», я прежде всего, сначала я это объясню, газета «Завтра», потому что я с ними давно знаком, и на моей памяти, и даже сейчас они продолжают печатать все-таки не единую какую-то свою личную там позицию про Александра Ильича Проханова, да, а все-таки стараются разнообразить, и это одна из немногих газет, которая не перебирает ни одного слова, когда им даешь интервью, даже если они слова расходятся с их генеральной линией. То есть они пытаются все-таки быть еще таким, не знаю, там, глашатаем всей достаточно оппозиции, почти всей оппозиции, ну, кроме, видите, либеральной, поскольку у них там это, на генетическом уровне у них это неприязнь. Вот. Что касается радикальности и нерадикальности, я, честно говоря, перестал задумываться о том, что к чему приведет. Я знаю то, что, может быть, будет и хуже, но то, что не высказывать свое, не то что мнение, не высказывать свое категорическое неприятие того мира, который вот сейчас вокруг, я не могу. Поэтому... К чему приведут-то мои слова или к чему не приведут, я не знаю. По крайней мере, ну, наши слушатели группы The Matrix, по крайней мере, я надеюсь, что конформистами из них никто не вырос, никто не будет лизать задницу этой власти. Да нет, и не любой другой вообще. Согласен, но у тебя на эту тему есть отличная песня с первого альбома The Matrix, «Содомия». Давай ее и послушаем. Давай. Ждет, станешь спиной, она нападет. Хочешь, беги, иди или стой, но не спиной, не надо спиной. Содомия, мама мия, содомия, 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 мама мия, мама. Русский рок в лицах. Мы только что прослушали песню с первого альбома группы The Matrix, где солирует мой сегодняшний гость Глеб Самойлов. Если вернуться в Свердловск, у тебя остались какие-то воспоминания в этом городе, которые бы ты в плане рок-н-ролла хотел бы сохранить? Вот некоторые же считают, что эти искусственно созданные комсомольцами, там, КГБшниками и подразделениями Минкультуры клубы ничего никому не давали, а изначально были таким
провокативным, собственно, заповедничком. У тебя первые воспоминания, наверное, о местной рок-музыке тоже из Свердловского рок-клуба? Да, да, конечно, Свердловского клуба. Более того, не уйду я сегодня от этой темы. Получилось так, что первый русский рок-то для меня начался опять-таки с текстов Ильи Кормильцева, то есть группы «Russian Juice», например, как одна из самых древних групп Свердловского рок-клуба. Вот. Тогда, конечно, когда тогда мне было лет 16-17, конечно, мне не думалось о том, кто это все это замутил, значит, за чьи это все, так сказать, на чьи интересы мы отвечаем и так далее, чьи запросы мы выполняем и что потом из этого выйдет. Тогда я, конечно, ничего об этом не думал. Ну, а сохранилось ли вот в круге свердловских, екатеринбургских сегодня уже рок-музыкантов какое-то такое определенное братство, которое, конечно же, не сохранилось в Питере, потому что там позиции, скажем, Барзыкина и Гребенщикова по жизни, они настолько далеко разошлись. А у вас? Вот, собственно, конфликт Бутусова с Кормильцевым, позиция, там, скажем, группы «Чаев», которая обязательный участник всех государственных праздников. Вот на эту тему свои мысли. А нам так получилось, нам повезло, с одной стороны, может и нет, что Агата Кристи стояла особняком. Что-то мы были вне тусовки как-то рок-клубовской. Поэтому для нас там познакомиться там с Настей Полевой или с Бутусовым, или, не знаю, там, с Кормильцем, это было уже событие. Ну, а, и с Пантыкиным, разумеется, тоже. Это событие было, когда нас только замечать начали. Ну, и нас замечать начали как раз в том году, в конце 88-го года, когда все это дело пошло уже на убыль. Когда, значит, началась как, уже коммерческая жизнь у рок-групп и так далее, тогда надость в рок-клубах как таковых вроде как была уже исчерпана. Понятно. А вот, насколько мне известно, вы одна из немногих российских групп, которая получила приз в Монте-Карло как такая успешно продаваемая зарубежная рок-группа, да? У вот, себя на родине успешно продаваемая. На родине, да. Вот скажи, пожалуйста, сегодня The Matrix имеет возможность и, скажем, есть ли у тебя желание иметь коммерческий успех? Потому что все-таки у человека с гитарой, который выходит на сцену, есть как бы такая двоякая, да, история. С одной стороны, честное высказывание, а с другой стороны... Кушать хочется. Да. Как вы это сочетаете? Ну, то, что кушать хочется, я не отрицаю. Но, с другой стороны, народной, всенародной любви мне уже, собственно говоря, не надо. Мне уже она была, в свое время, недолго, но была. Поэтому и группа The Matrix на нее не претендует. У нас есть отряд уже таких по всей стране, то есть отряды таких очень преданных поклонников уже нашей группы. А мы на концертах не поем Агату Кристи, вообще не поем. За исключением одной песни, и то только потому, что мы с ней договорились с Вадиком. Это была любимая песня Ильи Кормильцева, опять же. Что-то у нас из красной линии, в общем, идет. Кстати, когда у вас ближайшие концерты в Москве? 1 октября мы играем уже презентацию нового альбома. Тогда давай, у нас есть новый поворот в разговоре. Новый альбом, который, естественно, я не слышал, и так же, как и моя аудитория. Расскажи, собственно, второй альбом, как известно, для группы является зачастую решающим. Вот состоялась ли там как бы новая концепция, новый шаг вперед? И очень часто вторые альбомы уставших знаменитыми групп являются вот действительно такими ключевыми. Как вы над ним работали? Похожи ли песни второго альбома, который называется с таким, надо сказать, вызывающим названием «Трэш», которым уже изначально любой редактор любой там радиостанции и любой телеканала изначально у него так волосики встанут сразу. Ну да, еще вообще оформление увидит, вообще будет радостно. В оформлении использованы картины, как, собственно говоря, в предыдущем альбоме художника Алексея Валиагинтовта. Вот. Знаю, да, из-за которого был большой скандал на премии Кандинского. То есть все-таки, как бы сказали бы некоторые либерально настроенные, там, скажем, критики московские, вы, господин Самойлов, заигрываете с фашизмом. Да я не заигрываю ни с чем и ни с кем. К тому же фашистом-то Алексея назвать можно с трудом, в общем-то. Да понятно это, но просто в наше сложное время любое, так скажем, любое
касательство национальной темы, оно болезненно воспринимается. Общество находится на каком-то распутье, да, в целом. Человечество, я бы даже сказал. Ну, даже, с другой стороны, все странно, все меняется, и, или не меняется, наоборот, или, там, скажем, тот же Лимонов, насколько я помню, был у него на презентации книги «Лимонов против Путина», там была такая книга, он характеризовал НБП как движение социалистическое, так, да, а другие характеризуют его как фашистское, например. Алексей Беляев-Гинтов, собственно говоря, с НБП работал в свое время тоже. Вот как его плакаты назвать? Фашистскими или какими? Я бы не называл. Нет, но то, что попытки обрести какую-то национальную идею, они налицо. А уж насколько это болезненно воспринимается либералами, это не мне решать. Меня лично это нисколько не шокирует. Я считаю, что когда общество пытается самоидентифицироваться, это очень важно. Ну да, послушаем, собственно, песню с вашего нового альбома, которая так и называется «Опасность». Да, песня такая про городских партизан. Содержание. Русский рок в лицах. В процессе работы над альбомом строите ли вы какие-то планы продвижения продукции, собственно, продукции на коммерческий рынок? Вообще сохранились ли какие-либо эти инструменты, чтобы альбом, помимо, понятно, Ютьюба, интернета, какие-то презентации, вот так, как это принято в западном мире? Ну, сложно сказать, потому что группа явно не коммерческая. С другой стороны, какие-то, ну, все-таки клипы, то есть тоже планируются, но клипы делаем со знакомыми, во-первых, людьми нам, а с людьми, которые сами, например, горят идеей и сами хотят нам помочь. А вот, скажем, вы ведь в свое время с Агатой Кристи вам делала клип Рената Литвинова. Потом... Нет, не совсем. Рената Литвинова был сценарий, а снимал режиссер Андрей Кугашевич. Причем, я так понимаю, что сценарий Рената Литвиновой был не то чтобы для Агаты Кристи специально написанный, просто он был рассказан режиссеру, и он имел его в голове. Потом вы сотрудничали уже, по-моему, с «Мэтрикс», с Валерией Германикой. Да, это с «Мэтрикс» было.
этот клип как-то входил в ротацию там всяких MTV? По MTV, он круто на MTV вообще сейчас, в принципе, не только наши, но и западные MTV. Но клипы крутят где-то по ночам, а весь день у них завален шоу для тупых тинейджеров. Есть еще A1 все-таки, как бы так или иначе существует, на который брал наши клипы, даже тот клип на предыдущий альбом «Песня любовью», который больше нигде не взяли, даже на YouTube запретили, потому что сочли это порнографией. В общем, ну что-то с ним, планы есть. Понятно. Ну, естественно, твои контакты с такими людьми, например, как Лимонов или даже... Нет, Лимоновым я не зноком, сразу говорю. Знаком, да? Нет, нет. А с Проханова? С Проханова знаком, с Александром Андреевичем. Понятно. Ну, даже Леха Никонов, с которым вы делали песню «Делайте бомбы», да? Естественно, песня с таким названием уже изначально, сегодня, особенно после событий в Норвегии и в Лондоне, она вызовет отторжение, ее, да? Ее запретят в Норвегии и Лондоне, я в курсе. А в России? Не знаю, поздно запрещать, потому что песня уже мы ее записали и выпустили до альбома, и сняли, значит, такое хоум-видео, как мы, значит, всей группой и, значит, вместе с Лехой делаем эту песню. Мы ее сняли буквально, то есть пошла, возникла идея сначала, я придумал текст припева, вот. Потом мы год где-то с Лехой ворочались, а нас просто многие пинали уже, зная о наших отношениях, то есть полковники, значит, а когда же вы сделаете совместную песню? Я сообщу своим радиослушателям, что Алексей Никонов, лидер, знаменитый в узких кругах питерской группы «Последние танки в Париже». Ну, не особо узких, я, кстати, сказал бы, но все-таки... На фоне «Финам FM», где у нас Криденс, Pink Floyd и Deep Purple, ну, да, основные герои, да. Я понимаю, на фоне Pink Floyd, да. А может быть, мы послушаем фрагмент песни «Делайте бомбы»? Ну, в принципе, мы можем это сделать. Мы попробуем это сделать. По крайней мере, там запикать-то можно все на радио. Содержание. Русский рок в лицах. Ну что ж, мы попробовали это сделать.
название песни я не буду повторять, оно сегодня в свете последних событий весьма провокационное, но творчество, оно в любом случае не провоцирует каких-то событий, оно идет параллельно. И то вот как считаешь, творчество и события в мире, они пересекаются каким-то образом или нет? А творчество либо предчувствует и предсказывает их, скорее всего, либо выражает, ну да, предчувствует и предсказывает, и либо просто констатирует уже факт. Та же самая фраза «делайте, не будем говорить, что, а не секс», она, ну что, посмотрите, она полностью отражает то, что творится в мире. Ну, при этом, все-таки, например, для творчества Агаты Кристи секс был важной составляющей. Для нашей тоже. Хорошо. Но, наверное, судя по тому настрою, с которым сделан первый альбом Matrix, состав аудитории потихонечку меняется. Если я как-то бывал на концертах Агаты Кристи в Москве, и девушек было значительно больше, чем парней, то понятно, что по альбому «Прекрасная жестока» это соотношение должно измениться, и группа должна больше нравиться мужчинам. Что ни странно, в принципе, да, в задних рядах, как нам говорят на концертах, там, кто-то, не помню, сказал, Егор Белкин сказал, что мужиков стало у вас больше. Сзади, в задних рядах. Но в передних все равно... А в передних все равно все новые и новые тинейджеры, девочки, которые поют и читают со мной там какие-то политические стихи или какие-нибудь еще какие-то такие с горящими глазами. Ну, ради бога. Может, это у них пройдет, но, с другой стороны, песни, которые слушал в детстве или в подростковом возрасте, они даром все равно полностью не проходят. Что-то остается все-таки в душе, в голове. Ну что, песня с нового альбома «Спасибо», о чем она? Песня о любви. Ну что ж, мы ее и слушаем. Русский рок в лицах. Нам уже потихонечку нужно с моим гостем заканчивать беседу. У меня сегодня Глеб Самойлов сидит напротив меня. И меня интересует, вот
с таким радикальным подходом, насколько вам удается участвовать в тех крупных фестивалях, в которых Агата Кристи принимала всегда широкое участие? Это, собственно, за это вы получали премию «Овация», вы там чуть ли не рекордсмены, да, с той группы получали четырежды, да, премию «Овация». И вот такие фестивали, как «Нашествие», насколько я понимаю, вы в них принимаете участие такого рода? Один раз, вот сейчас вот у нас первый раз, прошлый раз нет, сейчас пригласили сыграть на большой сцене. Ну, поскольку вот в фестивале участвовали и ДДТ, и Noise MC, которых вряд ли можно заподозрить в лояльности какой-то там, преданности режиму, собственно говоря, и нам было не особо западло. Тем более, что вы пели песни те, которые мы выбрали, нам никто не навязывал репертуар. Вот, и мы пели то, что мы хотели спеть. То есть можно сказать, что эти фестивали, они дают такой широкий спектр настроений, и, с одной стороны, это могут быть и такие давно уже успокоенные конформисты, с другой стороны, такие группы, как «Мэтрикс» или там «Последние танки в Париже», которых, кстати, я на этих фестивалях не очень. Да, «Последние танки в Париже», конечно, к сожалению, не к сожалению, потому что вполне естественно, что не крутится. Хотя, конечно, в творчестве Лёхи полно песен очень... И не касающихся политики, например, то есть, которые могли бы, конечно, если бы не его личность, если бы его личность, в принципе, не вызывала такое, значит, негодование, отторжение всех этих директоров радиостанций и телевидений, вот, тогда, он, может быть, его бы и крутили. Но Леха личность полноценная, цельная. Поэтому то, что его нигде не крутят, это вполне нормально. Ну, надеюсь, он у меня придет в мою радиопрограмму. А я бы хотел... На прощание я никогда не задавал вопрос моему гостю такого рода. Вот твой прогноз на ближайшие годы. Мне кажется, вот в твоих песнях ощущается такое предчувствие чего-то. Понятно, что поэту это... проще, естественнее выразить в стихах и в песнях. Но, может быть, ты попробуешь? Я предчувствую, что, с одной стороны, будет хуже, а с другой стороны, как говорил классик, чем хуже, тем лучше. Ну что ж, на этих словах мы прощаемся с Глебом. До свидания, спасибо. И надеюсь, что мне достанется совсем новая песня с второго альбома «Мэтрикс Трэш». Мы заканчиваем программу тяжелой, как сказал мой гость. Морально песней. Тяжелой морально песней «Детство мое». До свидания, Глеб. До свидания, Саша. Мясо поет с Новым годом. Кажется, завтра ответ. В чистое, светлое завтра. Страшно красивый билет. Я живу в самой великой стране, и мама моя улыбается мне, и я улыбаюсь до боли в зубах. Я вытираю снег на губах. Мирное небо я смело лечу. На светлое завтра до крови дрочу. Детство мое проклято. Yes.
«Молчание». Авторская программа Александра Липницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.